Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций. И не знаю, где вы вчера увидели хватайку на русском, либо троллили. Но я пробежался. Возможно, она была, ее просто тупо убрали. Такое тоже, наверное, возможно. День замковладельца. Получи приз, накопление, безумие, яйца. Охотник, счастливое число, сокровищница. Настолько есть хватайки, я не вижу. Странно как-то. Карта богатства, парящий. Короче, без каких-либо изменений, нифига я здесь, честно говоря, на русском не вижу. Может и была, как обычно. Быстренько скрысили. Но пока нифига не видно. Набор одного самоцвета. Странно, что они его сегодня дают. Может, это как компенсация, короче, ребята, за сундуки. Теперь на русском сервере вместо сундуков буду давать просто такие вот по два сундука, не по одному, а по два уже. Ну, хрен его знает, не знаю, не вижу я, короче, этих плюх. Хватайка 5-16. Это еще с 5 числа. Хватайка. Вряд ли, короче. Не знаю. Не вижу я этой темы. Сейчас надо позабирать все плюхи, а то сейчас пропадают еще. Сейчас пооткрываю эти сундуки. Да, на немецком сервере у меня уже есть. Наконец-таки Фрея. Так, кому-то интересно. Ну, в принципе, я эти сундуки открывал уже. Я думаю, новых скинов мы только место освободим. Отлично. Так, сундуки форта тоже открыли. Тоже можно попродавать. Заберем остальные плюхи. Сколько плюх, все не влазит, короче. Не хватает места. Я не знаю, откуда я их подоставал столько. Я просто давненько их не забирал с разных акций. Такс. Супер пэтов. Так, отлично, забираем это, погнали дальше. Ну такое себе, ничего прям такого нового нет. Странно, очень странно, кстати. Поехали, английский чекнем. И сейчас пойдем на немочку. Я думал копить. Возможно солью. Обещали наборы. Мы вчера разговаривали по поводу того, что будут наборы. Я что-то сомневаюсь, что сегодня они добавят опять набор с лисом. Но это, конечно, будет круто, если они его добавят. Так, тут у нас затраты питомцев. Ни о чем. Да, тоже есть наборчик за один самоцвет. 10 числа. Короче, не решили 9 число, я так понял, перекрыть. Скорее всего. Не знаю, других вариантов я не вижу. Mother's Day, Зефирика, Sun Lord, Ice Lady. Нифига себе. Божество. Dark Max Soulstone 20 штук. Берсеркер 100. Вот такое. Fortune, Sucking Treasure. Вот Treasure Mining за 300 самов. Здесь есть. Настолка. Но здесь хватайка есть на английском. $15. Чуть-чуть нам не хватило до 20. Ну что за 15? Есть мана этот, сундуки и 100 книг.
Заберем вот так вот. Да, чуть-чуть не хватило, но неплохо, неплохо. За двадцатку можно донатную карту словить. Так, пиратик. Пиратика здесь, как обычно. Я уже не знаю, 2 месяца просто тупо не меняли. Даже больше уже. Просто тупо забили карточка. Остров. Здесь тоже ничего интересного нового нет. Все то же самое. Мах по 2 осколка. А, и дерево есть. Ну вот, вот такая вот сборка акций. Реально очень крутая. Когда у тебя есть, смотрите, 10 найма. Возможность собрать карточку. Плюс ты получишь еще сундуки дополнительно. Реально это круто. Такой вариант. 10 монеток, а вот за монетки можно топовые плюхи еще получить, плюс монетки получить с вот этой вот темы, и реально это реально. Конечно, золотой падает хреново, но серебряный ключик и бронзовый, в принципе, падает, он до 10 тысяч можно затащить. Но я в прошлый раз 60 слил и золотого не выбил, так что тут такое непонятное. Так, поехали дальше, поехали на немецкий сервер. Чего не дать эти сундуки на день замковладельца сразу? Хорошо, конечно, что они их вообще дали, но что это не сделать в один день? Так. Давайте сейчас быстренько еще дополнительно квастики получим. Блин, ловенько. Понятно, что я здесь ловенку качать не буду. В принципе, у меня 120 их, я еще думаю, получу. Так, эти мне пока сами ничего не решат. На 11 сундучков у нас есть. Так, что у нас есть? Найм. X10. О, нифига себе, вовремя пришла мне эта оповещалка про магию. Так, базар маркет. Пэта мы забрали. Блин, я думал, пэта может забрать, дособирать. Еще, по сути, 2 дня будет оно. До мешков зефира. Но это, конечно... Классная идея. На сундуки все-таки тоже хочется зефир. Зефиром зефир. Там, как обычно, 3-4 осколка. Ну, может повезет, может нет. Так, давайте отсюда заберем плюхи сейчас еще. Так, что мы возьмем? 150 книг, да? Блин, надо было, наверное, в первом... А, тут молотков у нас нету, кстати. Тут у нас кастрированные немножко сундуки. Так, вот эти сундуки есть, отлично. Давайте еще на столочку залетим 2 дня тоже. Плюс 40 коробок, огонь. Ну все, у меня осталось только это. В принципе, трату какую сделать? Можно было бы, конечно, и найм сделать, наверное. Но... Хз, что лучше. Найм по 1200, как обычно, нифига не упадет. У меня, в принципе, фрейя есть. Либо же вариант 6. Ну, наверное, я вряд ли сундуки успею. Это мне надо сегодня зафармить. Да, в принципе, что не успею. У меня будет 6-7 тысяч, мне 2000 надо зафармить. В принципе, как вариант. Да, давайте рискнем. И хочу я найм делать, потому что я знаю, что такое найм. А мы сейчас нифига не вытащим. Поехали. Поехали, сделаем все попроще.
потратим по максималке и получим. Получим, что получим. Короче, сливаем самым ноль, а там дальше повезет, не повезет. Но я думаю, постараюсь собрать. В принципе, есть еще время на это. 2000 самых за 2 дня, думаю, натащим. Если повезет, конечно. Так, отлично. Поехали. Так, надо сюда залететь, не забыть. 10 попыточек, 12 попыточек. Одна еще бесплатная, да, по-моему. Так, раз, два. И 2 по 5 давайте. Нифига. И вообще нифига. Вообще нифига не вытащил за 3к самого, даже обычного с этого. Ну, в принципе, с другой стороны, это дополнительная акция. Итого на питомцев у меня уже потрачено 7000. Короче, 2000 мне надо будет еще дофармить, чтобы получить мешки зефира. Ну, в итоге мы получили, конечно, не то, что хотели, но сундучки тоже в плюс. Еще 2 карты, нифига себе. Нифига себе. Опять читерство. Бум. Нет, ну это, конечно, чтобы еще одна фрея выпала, это было бы неплохо. Надо, кстати, будет сегодня прокачать нашу фрею. А я вчера, блядь, завтыкал сбегать. Ну и красава. За Мэри. Рассказывал, короче, целый день, что буду делать. И завтыкал сбегать за Мэри, зафармить. В общем, красава. В общем, такие вот дела, ребят. Нифига толкового, по сути, на большинство серваков нету, кроме сундучков. Но будем пробовать здесь дособирать пак с пэтами. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.